Всем здорово, парни, с вами Голд, и наконец-то я встал на лидерку ДПС. Это была моя такая долгая заветная мечта на Amazing Online. Ну и она свершилась 9 марта. Я уже 5 дней как лидер, и я что-то забыл про вас и не выпускал вам ролики. Но сегодня я вам хочу рассказать, что же у нас произошло почти за неделю, что я добавил, какие мероприятия мы проводили и так далее. В общем, ролик будет интересный, усаживайтесь поудобней. Также я приглашаю тебя играть вместе со мной на Amazing Online Green. Вводи мой промокод при регистрации, и промокод GOLD даст тебе 300 тысяч рублей и X2Boost прокачку. Если при регистрации забыл, через команду /промо вводи его до 5 уровня, но мы уже начинаем, ведь мы уже поехали! Ну и давайте начнем по порядку и начнем с обзвона. На обзвоне присутствовало два кандидата, я и Илья Власевский. Илья Власевский — это бывший администратор на Амазинге. Ну то есть шансов на то, что он станет лидером, намного больше, чем у меня, потому что я занимал только посты заместителей. Но когда я присоединился к обзвону, у меня руки тряслись, я испугался, я разволновался. Ну серьезно, я думал, блин, вот сейчас проиграю, потеряю лидерку, а потом думаю, а если я встану, а нужно оно мне или нет. Я в итоге растерялся, испугался, но прошло 20 минут, я выхожу с обзвона. Выхожу на улицу, вышел подышать воздухом с другом, и уже прошло минут 20, на моих часах 9 вечера, мне звонит Виктор Фрайзер по ВК, говорит, мужик, ты где, нужно в Дискорд зайти. Я сразу понимаю, что к чему. Я бегу домой, забегаю, запыханным голосом говорю, все, я здесь, и мне говорят, мужик, все, ты теперь лидер ДПС. И я ору в микрофон, чиназес, ну не прям ору, я пытаюсь сдерживать эмоции, но это было круто. На самом деле, я вот полные штаны счастья были, ну серьезно. Мне очень было в тот момент прям волнительно, я ждал, я прям смотрел в Дискорде, так, обзвонили ли Власевского или нет, закончили они обзвон или нет. Это было просто пипец. Ну и давайте теперь пройдемся по изменениям, которые я уже внес во свою фракцию. Я проводил собрание среди старшего состава и состава руководящего по подразделениям. Вот, они мне предложили идеи, и эти идеи будут некоторые восполняться скоро, некоторые уже как бы существуют в нашем ДПС. Собственно говоря, давайте начнем с ОСБ, в бывшем ОРЛС. ОРЛС — та херня, которая у нас ничего не делала. Короче, полный бездарный отдел. ОСБ — это отдел, наделенный своими полномочиями, некоторые новые. Также они следят за нарушением всего нашего состава и составляют теперь на них документы об их нарушениях. Отдел собственной безопасности теперь возглавляет новый человек. Также теперь отдел заиграл новыми красками. Я вижу, что на самом деле это подразделение начало свою работу, оно не стоит на месте, развивается, там добавился учебный центр, и все мне это нравится. То есть, ну, я пытаюсь держать такой градус, чтобы это ОСБ не стало душниловкой. Я пытаюсь это сдерживать. Давайте дальше пройдемся. По ЦППС полностью переписали лекции. Теперь новые лекции в ЦППС. Также скоро будет новая практика, новая теория. Также там сменился, кстати, руководящий состав. Отдельно батальон мы не стали трогать. Спецрота, в принципе, и так хорошо работает. Некоторые изменения там внесли, но это не важно. Также у меня был выбор между мотобатом и службой эвакуации. В итоге я выбрал службу эвакуации. Почему? Потому что, во-первых, я люблю на этом эвакуаторе сам кататься, отбивать угонки. Отбивать угонки — это очень прибыльное и веселое занятие. Также поэвакуировать машинки тоже, ну, как бы полезно, полезно для нашей области. Ну и в итоге 16-18 марта я добавлю это подразделение. И они будут отбивать угонки, кататься в Нижегородской области и следить, чтобы игроки не нарушали правила стоянки транспортных средств. Ну и что еще? График повышения мы добавили. Ну то есть я добавил. Теперь в определенное время могут повышаться люди. То есть в 2 часа ночи тебе не позвонят. Алло, полковник, ну нужно повышение, бля, организуй по-братски. Че, тебе трудно что ли на работу приехать, блядь? Вот, также еще я добавил кураторство за отделами. Кураторы — это те полковники, которые следят за своим подразделением. Допустим, задорожный Сергей, которого я недавно поставил, мой тентик — это
возглавляет, получается, ЦППС, курирует, точнее, не возглавляет, Алирий Пульс, спецроту, и Владислав Терилов, ФСБ. То есть они следят, чтобы это подразделение работало, некоторые проблемы пытаются решить с этим составом, ну и так далее. В общем, занимаются такой деятельностью, чтобы я как бы не давал пизды ни полковникам, ни руководящим составу этого подразделения, чтобы все было чити-пути. Ну и также вчера у нас... так сказать, небольшое перекрытие блокпостов было на территории Нижегородской области. Все это получилось спонтанно. Ко мне подходит полковник ФСБ, говорит: ну-ка, встаньте на стационарные посты. И мы встали. И давайте посмотрим, что из этого вышло. В принципе, прикольно получилось. Мы попытались все это красивенько сделать, чтобы игрокам было приятно. И нам было приятно, чтобы нас не сбивали на скорости 300 км в час. Аудио туда попускаем. Здравия желаю, начальник управления ДИБДД ДПС Петроградской области, генерал-майору полиции Голд. Солдат стрельный скромный стрельный ход с фраг, затем показал в открытом виде щек напротив. Так, будьте добры, предъявите ваше водительское удостоверение, также... Инструктор ЦППС... Ну, также выйдите лично для осмотра. Удостоверение находится в кармане. Достал чистым печатью, надел их на руки, начал производить личный осмотр человека напротив. Так. Водительское удостоверение ваше. Взял водительское удостоверение, затем начал внимательно изучать. Ага, передал человеку напротив. Нажал на кнопку открытия багажника, затем начал производить досмотр административного отделения. Применяю спецсредства. Взял за руку человека напротив. Гражданин, у вас найдено 56 грамм марихуаны в багажном отделении. Осталось депотец, депотет находится в руках, положил содержимое в пакетик, затем начал производить личный осмотр человека напротив. Здесь ничего не найдено. Так. Из кармана человека напротив достал паспорт. Паспорт находится в руках. Открыл его, затем увел человека в розыск. Вот вся мискрипция закончена. Да все, я произвел досмотр. Ну, в общем, у нас было два блокпоста. Один в Ржевске, один на трассе Батырево-Южной. Эти блокпосты были из-за того, что у нас небольшая криминальная обстановочка в области. Вот. Мы начали досматривать граждан, также их багажное отделение, проверку документов и так далее. Ну, вот вы как видите, в принципе, это прошло не на смарку. Я таких двоих задержал. До этого еще задерживали мои сотрудники, таких залетных типов, перевозящих наркотики. Вот. И, собственно, достаточно прикольно прошло это время. Я бы в скором времени хотел бы провести рейд, потому что, ну, это мероприятие прям вот для ДПС. Ну, можете, моя лидерка проходит быстро и продуктивно. Уже 5 дней из 30 прошло, и за эти 5 дней было достаточно много изменений. Возможно, что-то я упустил. Но давайте поговорим, пойду ли я на второй срок. Не знаю, хватит ли меня на второй срок, потому что лидерка забирает очень много нервов, очень много времени, которых может мне не хватить на второй срок. И, скорее всего, после первого своего срока, надеюсь, успешного, а не снятием меня варном, я пойду в ФСБ. Если меня там, конечно, кто-то ждет, и если меня... как бы, если меня там не загнобят, как говорится. Вот. Ну и что теперь? Ролик заканчивается, но завтра, 15 марта, выйдет обновление. Поэтому ждите контента по обновлению. Ну а с вами был Голд, и надеюсь, вы меня поздравите в комментариях с лидеркой. Также не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Если вы подпишетесь и поставите лайк, это тоже будет своеобразное поздравление с лидеркой. Поэтому, если не хотите писать, делайте другие действия. Ну все, мужики, давайте будем прощаться. С вами был Голд, и всем пока.